всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с интересной рубрикой «Подводные горки». Всем здорово! Ну а вот, чуваки, пришло время наших экспериментов, где, как и всегда, мы с Пашей делимся на две команды и тестируем различные коллекции тачек. Сегодня по правой стороне стоят машины на четырех колесах, а по левой стороне машины, у которых шесть колес. Потому что многие писали, чем у машины колес больше, тем дальше она пройдет по водному эксперименту. И сегодня мы поделимся на две команды, чтобы узнать, так ли это работает на самом деле. И кто преодолевает все уровни наших подводных кочек, тот сегодня получает победу в этом видосе. Причем ролик сегодня будет довольно необычный, потому что волны у нас поделились в два раза выше, чем обычно. И на тесте сегодня у нас подготовлены машины развалюхи, конечно же, ламборгини, читерские внедорожники, хаммеры, машины из Ренемар, крутые внедорожники, бигфуты и строительная техника, которые сегодня будут преодолевать и ставить рекорды по этому эксперименту. Ну а, чуваки, я хочу пожелать вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого настроения. Ну и давайте поставим рекорд лайков под этим видосом, чтобы мы с Пашей поставили рекорд по этому эксперименту. Ну а мы тогда не будем тянуть, погнали тестировать наши тачки. Ну а теперь, ребята, пришло время узнать, кто сегодня заработает кучу баллов. Обычно всегда мне везет с тачками, и я выигрываю Пашу. Но, может быть, сегодня какой-то необычный день наступит, и он себе выберет шестиколесные машины и займет победу. Посмотрим. Давай посмотрим. На удачу, как и всегда, сыграем на камень, ножницы, бумага, чтобы узнать, кто будет первый. Хотя нет, ты меня этот выигрывать в последнее время стал. Давай с монеткой. Ну, ладно, монетка. Ты будешь орлом или решкой? Я буду орлом сегодня. Окей. Тогда, ребята, подкинем монетку. Если будет орел, Паша первый, а если будет решка, я буду сегодня первый. Итак, Алиса, подкинь монетку. А ну-ка, Алиса, называй орла. Решка. Я первый. Итак, Орешек. Сегодня у нас на первом раунде стоят две развалюхи. Это полуквадроциклы, машины. О, у нее не шесть колес, у нее, кстати, восемь колес у этой тачки. Поэтому по логике подписчиков она проедет в два раза дальше, чем джип военный. Ну что ж, давай узнаем. А у этой подвески больше. Сейчас узнаем. Алиса, выбирай для меня первую машину на первый раунд. От одного до двух. Так, Алиса, назови-ка ему число под номером 2. Число 1. Да! 8 колес! Ребята, самое интересное, вы посмотрите, какие сегодня у нас волны поделись. В два раза выше, чем обычно. Это огромные! Они даже топят платформы! Ой-ой-ой. Главное сегодня не остановиться, чуваки, потому что будет там капец какая жесть. Ну что ты, красный пупс, готов к гонке? Я готов, давно тебя жду. Итак, сверху слева у нас появляются, как и всегда, баллы, чуваки. Я еду на своей развалюхе. Чего? Эй, подожди. Ой, а как ее управлять? Что это такое? Ребята, это пипец. Развалюха, мне плохо. Так, разворачиваемся. Она не поворачивается на месте. Ладно, раз, два, три. Была не была, погнали. Какие волны? Ой, я передумал. Я проехал. Я умею плавать. Подожди. Ой, а я плыву. Я же говорил, 8 колес сегодня победят. Да, я плыву. Пока. Все. Покедова! 8 баллов, ребята, будет на изи! О, тут вообще волн нету, или 10. Опа, проехал! Паша, я говорю, сегодня именно везение на моей стороне будет! Нифига себе, он русалочка! Давай! Ну что там, застрял, я что ли? Я боюсь, у меня волны тут большие! Офигеть! Он реально сегодня не проедет, чуваки! Я поставлю, мне кажется, рекорд! Давай! У меня троечка сейчас, четверочка будет! Какая троечка? У меня сейчас будет десяточка, если у меня тачка едет вперед! Едь! Она заглохнет у меня! Четверка! Ой! Нет, у меня, я говорю, сегодня 10 баллов будет с первого раунда, потому что моя тачка, походу, это не тачка, это какая-то полулодка. Паш, это подлодка! А что такие волны жесткие? Ты понимаешь, что дальше на бигфутах будет? Нас просто течением снесет. А ты как проезжаешь, козявка мелкая? Я проезжаю идеально, волны опускаются, я еду. Я застреваю, помогите мне! Мне надо на сушу ровно. А ты вообще не тонешь? Это пипец, я не тону, она у меня всплывает, как подводная лодка. Ладно, раз, два, три. Газу, да, газу, вай! Давай! Да, суперскорость. Это капец. Главное, чтобы меня реально волной не накрыло. Я, кажется, этот заглох, кажется. Давай, езжай. Шестой. Да я так полгода ехать буду. Ребята, первый раунд самый интересный. И у Паши хорошая тачка, и у меня хорошая тачка. Седьмой, я смогу преодолеть. Давай, седьмой. Ну, слушай, у тебя... Ого, летать научился, что ли? Ладно, у Паши, походу, 7 баллов будет, но я, ребята, я вроде плыву еще. Как ты плывешь? Залезай ко мне, Паша, подвезу тебя.
A few minutes later. Ребята, это реально лайка заслуживает. Первая машина, и мне повезло, потому что она, оказывается, полулодка какая-то. Это амфибия. Лодка какая-то, не машина. А может, смотри, у нее 8 колес, и они как надувные шарики работают, и поэтому я плыву. Смотри, смотри, смотри. Ой-ой-ой. Ага, шарик, ты воздушный. Она очень медленная какая-то, я боюсь утонуть реально. Все, давай! 10 уровень, ребята, преодолен. Но это только первые наши машины, и я уже получаю баллов больше, чем у Паши. Давай, еще немного, сантиметр, миллиметр, Я доехал. Ребята, волны сегодня максимально жесткие, но дальше тачки у нас плавать точно не умеют. Поэтому погнали, выберем следующие машины и проверим, кому повезет сегодня больше. А теперь, чуваки, мой любимый раунд. Ламбор-жамбор. Так, две ламборгини, шестиколесная ламба и четырехколесная ламба. Кто из этого круче, я даже не знаю. Но я уже хочу себе машину на шести колесах. Знаю сегодня мою удачу, она мне выпадет, Паша, да? Именно мне. Ой-ой-ой. Да, конечно, это моя ламба будет. Я первый, ребята, поэтому давайте узнаем, число 1 будет у меня или число 2. Я то, я бы не отказался. Поэтому я первый, начинаю. Алиса, а ну-ка, давай выбирай точилу от 1 до 2. Так, Алиса, назови число ему под номером 1. Ну-ка, выпало число 2. Эй, ну ладно, выпало число 2. Окей, у тебя шестиколесная тачка, у меня четырехколесная. Зато она у меня легче будет. Ой, а у меня читерская. Ты что? Она реально на шестиколесах читерская какая-то. Не подожди, ты что делаешь, сумасшедший? Давай, угомонись. Вставай, банан недоделанный. Ребята, по волнам давайте проверим, кто проедет. Ой-ой-ой, дальше. Ой-ой-ой. Так, раз, два, три. Погнали, вперед. Катапульта. Ты нормальный? Ты меня чуть не подобил. Я тебе помог. Я прыгнул в дырку. А тут волна поднялась. Ой, ё-моё, Паша, аккуратней. Ой, я тебя сейчас отомщу. Ой, черепаха. Паша, держись. Не-не-не, аккуратно. Не трогайте меня, контролируй Пашу. Все, чуваки, надо главное аккуратно. Во, надо дождаться, пока меня сносит в океан. Надо готовать. Нужно дождаться, пока волны уйдут. Это капец, меня сейчас на берегу затопит. Не-не-не. Давай, так, волна, раз, я уже на четвертом уровне. Нет, я боюсь. Подожди, раз, два, три, вот сейчас. Давай, езжай. Еду. И раз, и два, ой, и три. Да, проехал. Ай, да ё-моё. Ребята, это реально жесткий челлендж. Меня затопило. Я не смог. Меня начало подбрасывать вверх-вниз, и я получаю сколько? 3 балла всего. А моя лапа летит к победе. Куда ты уехал? Только чего? Вперед. Сколько? 5, 6, 7. Давай, 8. Нифига там волны. Всего 7. 7 баллов. Ой-ой-ой. Ребята, он капец как далеко уехал на своей читерской ламбе. Ладно, идем тогда к третьему раунду отыгрываться по баллам. А тут у нас на очереди читерский раунд. Так, если читерские тачки, то значит и читерский будет у нас рекорд. Двойку затопил вообще. Хочу гелик. Гелик, ты посмотри. Гелик турбированный. Он у нас на эксперименте. А на каком эксперименте он у нас участвовал? А, я вспомнил. На эксперименте лестница. Он там поставил рекорд целых 3 ступеньки, ребята. Это пипец. И тут у нас читерский джип. Ну что ж, давайте узнаем, кто из них проедет дальше и кто достанется именно мне первому. Алиса, выбирай. Let's go. От 1 до 2. Так, Алиса, выбери-ка ему. Ну-ка. Джип. 1. Смотри, я еду на шестиколесной тачке. Колеса сзади большие и читерские. Главное, чтобы мотор не затопило. А где у него мотор-то? Ладно, ребята, тогда садимся. Я еду по левой полосе. Паша едет по правой полосе. Вау! Тебе трындец! Опасно, подожди. Ой-ой-ой, он слишком быстрый, у меня драксер какой-то. Ну что, готов, Паша? Раз, да, для вас, три, погнали! Опа! Дорога чистая, проезжай, ребята. Чего? Ты где? Нормальный? Я улетел в космос! Я только твою тень увидел! А ты где, Паша? Подожди! Я лечу вниз! Ты еще летишь? Я упал! Точно! Ребята, у нас есть один минус, я забыл. Это слишком читерский джип. Подожди, давай по очереди. Я туда первый поеду, а потом сядем к Паше, ребята. Ладно, проезжаем второй уровень. Вот, идеально так. Третий уровень проезжаем, аккуратно. Главное, чтобы волны опустились, и я проеду. Давай. Подушка. Идеально. Немного всплыл, но ничего страшного. Быстрее. Нет, сразу под воду. Давай. Вау. Уже. Меня чуть не потопило. Аккуратно. Так, Паша, ты там на старте, стой только. И меня подожди. Да, стою. Ребята, я должен поставить рекорд на этом читерском гелике. Аккуратно, пятый раунд преодолеваем. Давай. Шестой нужен, раунд. Нужен, Паша в луже. Аккуратно, нет. Нет, всплыла машина. Давай, да.
А я дальше поехал. О, смотри! Проехал! Она всплыла и поехала! Ребята, если честно, такого ни одна машина не делала. Ой-ой-ой-ой. Пожалуйста, верните мне камеру. Восьмой ты уровень. Ты посмотри, чтобы мне доехать до десятки, мне предстоит просто по волнам прыгать. Ладно, была не была. Давай, прижмись. Едь. Нет! Все, она всплыла, но она уже не поедет. Или поедет? Едет? Чего? Чего? Подожди, она непотопляемая. Ребята, это лайк заслуживает. Это реально лайк. Что это читерские тачки? Он реально читерский. Паша, не только у тебя читерский джип сегодня летающий. Так, давай. Главное, чтобы меня к асфальту прижало. Давай. До 11. Понял, у него походу 4 колеса цепляются, и он под водой едет. Идеально просто. Ребята, рекорд поставила вторая машина сегодня на третьем уже раунде. Ну а теперь идем к Паше и проверяем его читерский внедорожник. Так, чуваки, кто смотрел мои ролики по толкучке на этом джипе, тот помнит, что в толкучке она просто улетала от воды. Поэтому, Паша, давай, если касается машина воды, она улетает в космос. У меня есть тактика. Короче, мы берем, разгоняемся. Ой, за это реально лайк, читерские тачки. Ой, не каждый раз встретишь. Паша, мы немного не туда летим. Так, челлендж, долететь до 11 уровня, или ты в океан улетаешь к акулам. Аккуратно, аккуратно. Я долечу до 11. Вот, поворачиваю. Ой! Мне кажется, мы в другую сторону летим. Паша! Тем временем мы приземлились на остров, чуваки. Давай, долетишь ты или не долетишь? Ну-ка, попытка не пытка. Долечу! Слушай, если ты сейчас приземляешься на какой-то раунд, то мы на том раунде тебе и засчитываем баллы. Так, окей, так. Мне кажется, ну ты долечу. Близок к девяточке, только мне кажется, эта машина не долетит до девяточки. Воу! Или до 11! Ой! Паша, я предлагаю катапультироваться отсюда. Короче, ребята, этот внедорожник, я не знаю, напишите в комментариях, сколько он должен получить. 0 баллов или наоборот 11 баллов. 11, вон он прилетел дальше. Ну, в принципе, плашмя упал. Итак, в принципе, он перелетел 11 баллов. Ладно, каждому засчитываем по 11 и переходим к нашему четвертому уже раунду. Раунд, посвященный хаммерам, чуваки. Хаммер на 6 колесах. Надеюсь, летать он не умеет. И хаммер на 4 колесах. Ничего себе, Ник Макинатрион. Ну что ж, давайте узнаем, кто из них будет круче. Пока что по баллам отыгрывается Паша вроде бы. Ладно, Алиса, назови число. От 1 до 2. Так, Алиса, называй ему красный хаммер. А мне ну-ка. Только... Выпало число 1. Ага, выпало число 1. Я еду на банане, а ты лично на красном помидоре получается. Давай, проверим, кто быстрее, ты или я. Готов? Помидормен. Ай, еще больше, а не с каждым раундом. Самые большие. Чего? Там мы не проедем. Давай, уже. Давай, самый большой. Раз, два, три. Ой, дрифтер, не уйди на дрифтер. У-у-у. Так, еду. Опа, проехал. Тихо, главное. Ой, стой, назад. Слишком большая волна. Вот, опустилась нормально. Я проехал так. Третий. Ой, рискну. Главное, ребята, пропускать гигантские волны, и тогда можно поставить рекорд. Так, гигантская волна. Ой, нет. Я же потом иду. Тихо, вот, держимся. Дорога перекрыта. Меня потопило. Паша, нет! А ты не серьезно? А как это? Ребята, да что за раунд такой, день не доделал? А вот все. 2 балла! Я получаю 2 балла. Ай! Еще плашмя упал. Это капец! Чуваки, вот давайте так, напишите в комментах, нам устраивают еще вот такие многоволновые испытания с челленджами. Это пипец! Ладно, давай, Паша. Садись. Ты меня подвести хочешь? Окей, мне засчитываем, ребята, 2 балла пока что. Проверим, докуда доедет Паша на красном хаммере. Конечно, это капец. Ой. Так, просто тебе повезло, что меня затопило на суше. Вот если бы я под водой ехал, меня бы не затопило. Давай. Да, затопило, конечно, так, поехали. Так, сегодня у Флейза есть большие шансы наконец-таки победить в водном эксперименте. Такого он еще не делал. Так, 6-й давай, раунд, ну-ка. Давай, шестой. Ой, да ты как акула на перерез волнам летишь. Конечно, я лечу и режу. Давай, подводный помидор. Все, затопило, потопило. 6-й балл у тебя, 6 баллов. Итак, у меня 2 балла. Это ужас, ребята. У Паши 6 баллов. Ну, такой нормальный результат. И переходим тогда к нашему уже следующему раунду. Это раунд, ребята, тоже у нас получается читерский. Потому что машины у нас суперспособности. Это лимузин 6-колесный из Дарины Вар. А это внедорожник Акула. Акула! Это на что-то намекает машина, мне кажется, по штуке. Получается, она преодолеет все раунды. Потому что раскраска акула. Ладно, давайте узнаем, кому тут останется акула. А кому этот банан 6-колесный. Давай, подожди. Алиса, ну, пожалуйста, дай мне хотя бы нормальную машину в этом раунде уже. Итак, от 1 до 2. Так, Алиса, назови-ка ему число под номером 1. Ну, 2. 2! Акула! Она своей пилой будет волны пилить. И я проеду. Проеду лучше, чем ты. И дальше, чем ты, Паша. Поэтому раз, конечно. 2, 3. Ну-ка, прыжок протестирую. Опа!
Точно! Ай! Да что ты делаешь? Слышь, ты бартуха недоделанный! Дайте мне воды! Переверните меня! Ё-моё! Паша, хватит, хватит! У нас не битва на выживание! Я буду первым сегодня! Я хочу своей тактикой пользоваться! Знаете какой? Перепрыгивать волны! Вот так! Опа! И все! На изи! Так, первый прыжок есть! Второй прыжок! А! Я уже на третьем уровне! Давай, давай, на третьем! Да выпендривайся сейчас! Опа! Я тоже на третьем уровне, Паша! Оп! А я на четвертом уже! Миша! Я думал, я утонул. Все, капец, уже к портышке начал пищать. Вова, давай! Четвертый раунд. Я тут далеко не уехал. Иди а сюда. Я вот так вот. Ой, ой. Ой, волна идет, ребята, проезжай быстрее. Так, аккуратно. А я могу и проехать, смотри. Вот так, умеешь? Умеешь? Перекрыто. Иди ты отсюда, перекрывальщик. Так, ребята, шестой раунд. Тут уже нужно прыгать на максимальном разгоне. Поэтому берем и прыгаем. Давай. Ой-ой-ой, тормоза, тормоза. Паша, есть один минус. Надо вовремя затормозить. Во, во, красава. Тормози, прыгай. Как дальше? Меня чуть не потопило. Ребята, это пипец. Хорошо, что у этих машин есть прыжок. Я проехал. Ой, да выпендривайся сейчас. Разгон. Я тоже. Давай, 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 давай. 7 баллов. Да на газку похоже ты. Нет. Ой-ой. Ой-ой, прыгай, прыгай, прыгай. Где ты? Давай, плыви, едь. Едь, плыви, едь, плыви. Прыгай, прыгай, прыгай. Плыви. Пипец. Потонула. Да, да вот я в чем и минус говорю. Она не успела затормозить, меня просто унесло по инерции. Ладно, садись, акула. Нет, да я не сяду. Я на крышу залезу. Давай, давай, давай. Тогда иди попу. Я ты офигел, что ли? Давай, давай. 9 раундов. О, бам! 9. Смотри, десяточку проезжай даже без прыжка. Десятку он не преодолеет. Итак, ребята, получается у Паши 11. Ты что, нормальный птица не наделал? Да, я еще прыгнул в конце. Ладно, хорошо. 11 баллов зарабатывает Флейзен в этом раунде. Я зарабатываю всего лишь 8 баллов. Пипец. Мы переходим к нашему уже дальшему раунду. Ладно, ладно, чуваки. Удачи пока что на Пашей стороне. Но не все потеряно. У нас еще раунд остается грузовиков, раунд бигфутов и раунд внедорожников. Сколько у него? Раз, два, три, четыре, пять. 6, а 7, я 8, хочу 9. Это, я десятка. Не забираю это, короче. Давай, давай, давай. 10 колес будет у меня, а 4 колеса всего лишь у тебя. Алиса, выбирай. Точно у меня будет, точно у меня. Пожалуйста, нет, Алиса, это выбери. Мое. Так, стой, ее надо, надо уметь, чтобы она число 1 назвала. Алиса, заклинаю тебя на число 1. Давай, называй. На число 1. Два. До 2. Так, давай число 2, число 2, число 2. Пожалуйста. Выпало число 1. Да! Меня заминировали. Ты офигел, Паша? Бам! Паша! Ой. В каждом раунде одно и то же. Ай! One hour later. Ребята, починили машины, только теперь я это какой-то поджаренной картошкой не сделанная. Быстрее воду, короче. Раз, два, три, пока я снова не взорвался. Газуем! Волны, где? Подстава! Потушите меня быстрее! Волны! Ё-моё! Это капец! Когда нужна вода, ее нету. Когда есть воды, нет ее. Так, ладно, едем аккуратненько, ребята. Главное, чтобы у меня этот пукан перестал гореть наконец-то. Ну, слушай, 10 колес, ребята, благодаря прыжку могут преодолеть точно 10 раундов. Да ты какаха, ты плавать умеешь, читерская тачка. Да, я тебе говорю, у нас сегодня чисто читерская коллекция внедорожников. Многоколесных и малоколесных прыжок. Вот так. Учись, студент. Я даже могу на мотоцикл и велосипед пересесть, когда захочу. Ладно, ой, я попробую, если что, это тебя давай, обогнать. Давай, давай, вот давай, давай, Паша. Давай. Ой, что такое? Проблемки какие-то? Пожалуйста. Нет, чуваки, уйди вот отсюда. Тут Паше точно не повезло, потому что я сегодня Алисе пообещал число 1 назвать. Точнее, наоборот, заклинал ее на этот, проклинал. Поэтому, ой, победа. Нет, она не заклинается на моей подруге. Заклинается, у-ху! Смотри, я тебе говорю, ты море, а ты еще плывешь, ты едешь? А я плыву, да, как у меня труба еще работает. Чуваки, мне показалось, что он там утонул? Я думал, ты утонул уже. Ты чего? Нет, не понял. Я плавал на волнах. Сейчас я тебе помогу, Паша, подожди. Ола, дорога перекрыта, я шлагбаум, давай. Все, газу. Вот тут нету шансов у тебя. Ты посмотри, тут одна пена из воды какая-то. Ёлки-палки, медуза Горгона еще будет. Пена. Уезжаем. Все, удача вернулась к Джелу, чуваки. Поэтому я зарабатываю 11 баллов. Я тебе говорю, мне такое ощущение, что волны с каждым раундом поднимаются на сантиметров 10 все больше и больше. И пока что, ребята... А ты заметил? Преодолели только желтые тачки, многоколесные, последнюю ступеньку. Ого, ого, ребята, задумайтесь. Не было. Ну а мы переходим к полуфиналу и предпоследнему раунду. Это раунд грузовиков или бигфутов. Это скорее бигфуты, потому что колеса от бигфута стоят. Так, вот тут интересно. Волны гигантские, но смогут ли они потопить вот этих гигантов, я даже не уверен. Хочу, Алиса, вот этот грузовик крутой. Ой, многого хочешь. Алиса, назови число.
от 1 до 2. Вот сейчас я на 100% верю, что у меня будет грузовик. 1. Спасибо, это ты для меня заказал, походу. Ребята, число 1 у меня. Ну смотри, я бы хотел Бигфут, у него крыша выше, поэтому больше шансов потонуть будет. Ой, наоборот, чем выше. Давай, крыша, тебе хана. Крыша выше. Давай, на счет 3 едем. Раз, два, три, погнали. Я разгон беру, чтобы быстрее проехать. Наоборот, чем больше разгона, тем больше шансов всплыть по шаге. Я буду подлетать и перелетать в волны. Это читерская тактика. Ой, еще передерется, смотрите. А что это у него волн нету, смотрите. А у меня волны, а у него нет волн. Паша, это нечестно. Я и перелетаю просто. Да нет, вот у тебя только сейчас поднимаются волны. А я еду медленно, аккуратненько. Давай, Дилан Покедова. Так, ой-ой-ой. Нет, тут, ребята, очевидно. Мой грузовик доберется до конца, потому что, во-первых, он желтого цвета, а все желтые тачки доезжали. А во-вторых, у него большие колеса. Кто-то тебе настоял, победил. У него, посмотри, у него трубы реально до воздуха докасаются, и они не могут потопиться. Ой, Паша Покедова утонул. Нет, нормально, все под контролем. А что ты кричишь-то? Просто машина. Давай. Я тут посмотрю. Веревка помогает. Веревка. Все, его унесло водой, ребята, поэтому он засчитываем 9 баллов получает. В смысле унесло водой? Вообще-то я просто перевернулся. Да, на крыше был. Я видел, тебя унесло водой. Так, 10-й раунд, ребята. Проезжаем и преодолеваем. Давай. Не сдавайся. И мы это делаем, чуваки. Делаем это красиво. Получается, уже 4-я тачка у меня доезжает до конца и получает 11 баллов, ребята. Ну что ж, считаем баллы. Переходим к нашему финалу. Ну и финал, ребята, решится именно сейчас. Кому-то достанется гигантский БелАЗ на 4 колесах, а кому-то КамАЗ на 8 колесах. Муравей! Ой, сука, 6. Муравей! Нифига себе, муравей здоровый какой-то. Алиса, давай выбирай число для меня первого. От 1 до 2. Алиса, выбери ему число 1. Так, или 2. Число 1. Да! Нет, стой, зачем ты это сказал? Нет! Почему 1? Я бы на БелАЗе хотел, он больше, да, он выше. Иришка, нормально, больше, хороший. Нет, я маленький таракан какой-то. Ладно, пока что мне интересно, кто по баллам отыгрывается. Либо Паша, либо я. Потому что мы баллов не видим, чуваки, вы видите только их на экране. Но мне кажется, у меня больше. Ладно, давай. Готов? Раз, 2, 3. Главное не потонуть и волны, чтобы меня не снесло. Погнали! Раз, два, три, вот так, попу пада, три. Давай, смотри, там не перевернись на крышу. Воу, проезжаем идеально. Мы, кстати, одинаковый челлендж выполняем. Везем КамАЗ, на КамАЗе этот песок с тобой. У-у-у. Строить базу. Так, аккуратно проезжаем. Воу, это рекорд. Это рекорд стопудовый, ребята. Так, Ба-бам! Вот так. Я даже сзади Паши поеду специально. Подталкивать его, если он застрянет. Давай. Я тебя народом перевернул. Ой, не перекроешь. Что? Паша, я взорвался! Все, взорвался! Все, да! 6 баллов, все, 6 баллов засчитываем. 6 баллов? А что это прикол такой, я не понял? 6 ну, баллов, реально. Ну ты сам виноват, взорвался от воды. Зачем я поехал сзади него? Это капец. Да. Все нормально, все хорошо. Ребята, ну почему я? Ой-ой-ой. Почему я реально утонул и взорвался? Я не понял. Так, а как мне к тебе, Паша, подпалиться? Не надо было выпендриваться просто. Вот смотрите, мне кажется, Паша его даже до крыши, до песка, до кончика не потопит. Понятно. Слышь ты, терминатор ненаделанный. Сколько у тебя баллов там уже? 10, 20? У меня 10, я еду и 11. 11 баллов зарабатывает Паша. И я получаю на взорванном угольке 6 баллов, чуваки. Осталось только посчитать результаты и узнать, кто ж сегодня занял победу и первое место. Ну а спустя некоторое время посчитали мы свои баллы. И давайте узнаем, победил ли все-таки Паша сегодня или не победил. У меня 63 балла, а у тебя... Победил 71. Сколько? 71? 71, да. Настолько много? Настолько большой отрыв был? Помогите. А меня забыли. Ну что ж, чуваки, на этом видос подходит к концу. Кому понравился, поддержите его лайком. Ну и в комментариях также напишите, хотите ли видеть челленджи вот с такими огромными волнами, чтобы мы их записывали почаще. Ну а также предлагайте свои варианты с автомобилями. Интересно почитать и пролайкать. Ну а с вами был Джайл Флэзин. Ссылка на Пашу будет в описании. Также переходите и подписывайтесь тоже. Всем удачи, всем покедова, чуваки. Всем покедова.